Добрый вечер, уважаемые подписчики. Вот хочу сделать обзорчик по звуку. Сравнить CD-проигрыватель Technics 570. Вот он стоит у меня внизу. Тень. Не видно ничего. Но 570 Technics. И с Yamaha 1700 DVD-проигрыватель. Хочу сравнить усилитель Pioneer A30 и акустические системы Symphony, LTEX Symphony 6.4, двухполосные. Просто интересно, как-то вот аппаратура вроде бы давно у меня уже, но все сравнивал, но другие. С Техниксом. А вот тут, думаю, дай-ка сравню Yamaha DVD-проигрыватель. Как по звучанию отличия есть или нет. Поэтому после прослушивания, просьба написать, кому что понравилось, что лучше звучит. Диск ставлю самописный, то есть не фирменный. Поэтому, послушайте и выскажите свое мнение. Первым будет играть Technics. Technics Pioneer. Включаю. Yeah.
Ну вот, ставлю сейчас на паузу и перейду к Yamaha. Минуточку. Ну вот, теперь мы ставим эту же композицию на Yamaha. И начинаем прослушивание заново. Прослушали. Теперь жду вашего мнения. Аппаратура вся подключена через китайский коммутатор. То есть вот там коробочка между усилителем и ДВДшником внутри. Вот она рассчитана на подключение двух усилителей и пяти проигрывателей. Поэтому... То есть все это состыковывается через эту штуку. Но дело в том, что я сравнивал звук с этой штукой и без этой штуки. И в принципе разницу я не услышал. То есть как бы там нет ничего такого, чтобы могло
ухудшить или улучшить звук. То есть она не подключается в сеть, эта приставка. То есть она как, ну, как сказать-то, то есть посредник без ухудшения качества звучания. От CD-шника к усилителю. Ну а так, в принципе, по проводам, если на память, Yamaha у меня подключена межблочником Vampire, вот американский провод полметровый, а вот CD-шник у меня или Taralabs 33, или простой кабель. Не помню уже сейчас, чем он подключен. Вот, поэтому, ну, такая ситуация. Так что вот, очень хотелось бы услышать ваш отзыв. И тот аппараты не новые. Конечно, Technics был куплен чуть пораньше, но до сих пор играет и без проблем читает. Единственное, что не читает MP3, а так самописные диски без проблем читает. Ну, Yamaha читает все. Спасибо. Жду ваших отзывов.